Все-таки мы что-то делаем неправильно. Надо было это делать по-другому. Я вам серьезно, я вам авторитетно заявляю. Мы что-то делаем неправильно. Смотри. Оба в нос. Так, ты... Ох ты ж, ё-моё, я думал, она раньше меня вырубится. Всем привет, друзья. Меня зовут Владимир, и смотрите игру канал Вредного Енота. Мы с вами продолжаем играть в игрушку Ark Survival Evolved, мод Анунаки. И сегодня мы пойдем искать, ну как искать, сегодня мы пойдем убивать, прям грызть, прям сгрызать носорога. Пойдем убивать носорога. Так, давайте мы для начала оденемся, а то я тут строил. Вроде что-то там настроил. В итоге у нас парк обзавелся вот таким небольшим домиком. Вот таким вот загоном уже наконец-то, красивеньким, таким хорошим. Сюда мы потом всех бронтов, всех диких животных зайдем, чтобы они у нас тут ходили, шатались, кричали, ворчали. А тут мы построим уже дополнительные вот такие же, не такие, наверное, мы открытые сделаем. Тут делаем открытые вдоль, так скажем, берега. Вот, в общем, пока пускай так. Значит, носорога я немножко спалил. Носорог у нас обитает в горах примерно, сейчас скажу, если он мне карту прогрузит. Где-то 40 на 60, по-моему, я его увидел. Убивать не стал, вот именно специально чекнул. Под водой не был, поэтому сегодня мы летим за носорогом. Потом мы, наверное, пойдем под воду. Нам, скорее всего, нужно будет притомить акулу зелененькую. И на ней плавать уже будем искать различных других животных. Базилозавров, панозавров, короче, всех, кого не лень. Будем томить их, и для нашего парка, соответственно, туда со стегозаврами, ой, со спинозаврами мы их туда запихаем. Ну что ж, полетели тогда до носорога, я думаю, он где-то тут должен быть уже. В принципе, тут недалеко было. Ну-ка, мы сейчас где летим? Да, он где-то вот тут, вот 40. Вот помню, что переходило из горы в лес. Давайте поищем. Драконов я своих ни хрена не нашел, честно говоря, я их и не искал. Не маленькие, по дикость выживут. Так, вот они, носороги. Короче, носорога, оказывается, тоже никого убивать не надо, он так прекрасно гуляет. Тоже искал информацию, ничего не нашел, поэтому решил просто полетать. Полетал и где-то... Так, это додушка у нас. Так, а давай додо заварим, что нет-то? Подожди, да, прежде чем завалить, давай посмотрим, может, это девочка, нет? Вот кто это? Да хрена нет, давай, завалим, да и все. И неважно, смотри-ка, нам эпическую что-то там дали. Эпик. Вот это что ли, винтовку эпик дали. Что-то как-то нам без потомника что-то дали. Так вот, я к чему? Носорог-то где-то тут был. Где-то. Что собака был-то? Кто мне напомнит, кто мне скажет, вернее, где его увидел, тому плюсик в карму однозначно от енота будет. Где-то вот, помню, так вот гора заканчивалась, и эта сволочь где-то тут бегала. Вопрос в том, где же она бегала. Ладно, сейчас я ее найду, все равно он где-то тут есть. Вот он, только-только на паузу поставил. Вот он, носорог, вот он! Ну-ка, какой-то у нас там... Ты все... О, ты что там ломаешь? Да, они все 600-е. Ну что ж, бутыльки мне еще остались. Давайте попробуем. Носорог, давай драться. Давай я у тебя буду бить, а ты меня бить не будешь. Ты смотри-ка, а. Какой злой носорог-то, а. Злющий прям. Злющий-призлющий. Ой, а ты куда это? Слушай. Ты аккуратнее бодайся, ты куда-то полетел. Ну-ка, давай, тихо, спокуха. Так, взлетаем. Пьем. Возвращай. Че ты там? Отравлен был, написано было. Носорог, ну давай, не буянь, ну носорог. Ну давай, ты помри по-нормальному. Мне нужна твоя эссенция. Мне осталась только она. Отлично. Осталась только эссенция носорога нам. И нам эссенция этого осталась. Вон, скажите мне, мозазавра или кто там. Так. Что нам дал? Он дал штанишки, кстати, беспонтовые штанишки, по-моему, да? Вообще беспонтовые штанишки. Шапочку я не помню. Кто же нам шапку-то должен был дать? Мне вот писали, что вроде как Дедикуру должен был дать шапку. Дедикуру шапки не дал. Так, риноцерос. Я так понимаю, это, наверное, про носорога имеется в виду. Давайте мы тогда носорога притамим сразу, любого. Посмотрим просто, как на нем будет костюмчик сидеть. Раз уж мы тут оказались. Ой, где мы этот? Все нормально здесь.
кто там, блин, строил все. Эх, носорог, давай. У меня тут костюмчик вот Армани для тебя есть. Вот носорог. А, ты фу, бляха. Давай тогда в тебя. Во. Во. А сразу видно, взрослый носорог. Ему намекнули, что пора спать, он уснул. А все почему? Правильно, все потому, что взрослые носороги работают. И они... Сейчас. Давай, до свидания. Так. Я-то что сюда пошел? Посмотреть, ягодки остались у меня какие-то? Ну, какие-то остались. У меня почему-то я с собой ничего и не взял. Ладно, хватит подикать. Если он голодный, то точно хватит. А он вообще ни разу не голодный. Ладно, у нас наркоты море. Ну, давайте просто вот так вот напихаем. Мне кажется, носорог у нас станет довольно шустро. Я же прав? В смысле? Носорог. Ты мясо не ешь же. Ты мне давай не это. Не надо так. Я ж уверен, что носороги у нас травоядные. Ты мне тут как-то это... О, блин. Как носорог томится. Ха! Хе! Внезапно. Не-не, нормально, нормально, чё хавать-то? Не, я ж тебе говорю, что он травоядный, блин. А ты мне мясо ему положи, мясо положи. А? Блин. Вот всё нормально, сейчас ягоды сожрёт. Будет вполне себе довольный носорог. Во, ягодки хавает. Во, я же говорю, все нормально. То я реально, я чуть был не перепугался, думал, нифига себе, плотоядный носорог, это где такое вообще видно? Давай, 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 я тебе сейчас какой-нибудь красивый нарядик одену, ты сейчас зелененьким станешь по-любому. Отлично, хорош. Так, носорог, носорог, на! Во! Прикольный носорог, смотри. Как будто радиоактивный. Давай-ка его утащим быстрее, тут волки злые ходят. А у него хп-то... Вообще понты. Все, поперли носорога. Я думаю, на хату мы его сбросим. А, в принципе, у нас горилла есть, гигантозавр есть, носорог есть, дедикурус есть. А, кто у нас еще там в костюмчиках? В общем, рапторы в костюмчиках. В общем, сейчас посмотрим. Я потом посмотрю, как лучше сделать парк, чтобы у нас они все в костюмчиках, все красиво смотрелись. Прям такие цветные, прикольные. Еще бобров туда воткнем. Там вообще такой цветной зоопарк будет классный, а? Ладно, потащили носорога. Я сейчас посмотрю, наверное, нам то ли гарпун сделать, то ли все-таки я, наверное, зелененькую акулу поищу. Вот это будет лучше. Акулу будем искать здесь, а на акуле рыбачить где-то там уже, то есть внизу карты. Потому что тут мы уже все, так скажем, изъездили, уже все гнины перебили. Поэтому хочу вот именно внизу карты. Плюс ко всему, мне что не нравится тут, тут недалеко место спавна, вот здесь вот те, короче, я осьминогов, я язык сломаю, пока я его выговорю, там на самом деле очень сложно какое-то название у него. Вот, и я не хочу в них опять боговаться, поэтому я вот сейчас вот таким вот образом просто полечу и буду искать просто зеленую акулу. Я думаю, мы ее довольно быстро должны найти, потому что они, в принципе, не редкость. Так что проблем быть не должно никаких. Сейчас так вот надборим, вот смотри, акула какая-то, нет, это простая акула. Так, это вот зеленая. Нам нужна именно БТС акула. Да, она, по-моему, зеленая, подожди, вот так давай. Ой, ё, куда ты смотрю? Так, секунду, секунду. Где что? Скоты. Нет, манты. Подожди, где она? Вон она. Вообще не туда смотрю. Так. Самка мегалодон, а, самец мегалодон и непонятно какая-то. Подожди, так это что-то... Они, по-моему, ни разу не зеленые уже. Секунду. Не, ну вот это же, блин, зеленый, конкретно зеленый. Ой, базилозавр, смотри. Так. А зеленый где? А зеленый, ты прикинь, да, это уплыла, ну-ка давай. А если вот так вот? Дыхнув сквозь воду, он не умрет? А он и не останется. Так, отлично. Значит, смотри, базилозавр у нас в отключке. Это отлично. Так, значит, мы берем что? Мы берем вот так. Куда ты поплыл?
Базило. Базило, пожалуйста, где у тебя меню? Тут банты плавают. Твою мать, базилозавр. В смысле? А тебе не так, что ли, кормить? Ай-яй-яй-яй-яй. Ё-моё, я-то думал вырубать. Не, базилозавр, короче, не вырубается. Его по-другому тамит. Ну да ладно. Его, по-моему, с руки действительно томить. Ну, я тут могу ошибаться. У меня цели-то не было базилозавра никогда завалить. Я хочу на дно поискать этих вот акул, как они, костяные, или как они, акулы правильно называются. Здоровенные-то, блин, прикольные, именно вот как из кости все состоят. Я просто на них ни разу, честно, не охотился, поэтому мне интересно их притомить и с ней поплавать. Ну-ка, вот, по-моему, БДС. Давай глянем. Нет. Что ж такое-то, а? Где зеленые акулы все? Нашел, ну, 90 левел, япона мать. Он такой маленький, а. Ну, давайте пробуем его с луком. Куда-то пошел. Давайте пробуем его с лука рубануть. Сейчас он к нам подплывет, ну, типа... Куда ты, дебил, поскакал-то? Какого хрена убегаешь-то, а? Ну-ка, давай, блин, пассив ставь. Чего у тебя... Ты чё, блин? Все отключено, какого хрена? Точно, кстати, ребятки, я понял, почему нам не прет. Потому что у нас нету мыхи. Это я вам авторитетно заявляю. Вот была бы мыха, нам бы во всем перло. Давайте мыху возьмем себе. Как так? Почти целый сезон и без мыхи. На, вот тебе вот парочку. Хватит тебе, отлично. Все, пошли. Мыха, пошли, мы с тобой охотимся на мегалодона. Значит, ты приманка. Я стреляю. Уже хороший череп, а? Смотри-ка. Класс, под воду видно. Я про шлем имею в виду. Вон она, собака. Как бы нам, короче, ее? Он стреляет даже. Наверное, как эту сволочку подбанить. И при этом успеть свалить. Ласты давайте оденем. Э! Акула! Ой. Кто-то там где-то кого-то пинает, бьет. Э! Ой, там вторая плывет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А, ладно, у меня броня нормальная. Нормально, мыха, давай, греби хвостом. Хвостом греби, мыха. Я в тебя верю. Ты сможешь. Подмахивай быстрее там, как вентилятором. Ничего. А, вот. Так, ну, допустим. Допустим, что-то херня какая-то. Давай, ага. Нам сейчас трактора не хватало тут. Да, конечно, твою ж дивизию. Сейчас, подожди, раптор, тварь ты такая. Я залезу сюда, подожди. Чё он нам сломал? И куда он свалил, самое главное? А вот он вырубился, собак такая. Так, секунду, давай посмотрим. А, во-первых, он нам сломал-то что? Он нам баллон сломал. Он на мать, а? Самое необходимое он нам сломал. Так, короче, как-то надо это... Какой тебе бедуженький, ты в воде плаваешь. Слушай, а я ж могу так, блин, его потыкать. Чё парюсь? Какие луки, для чего мне лук? Только дышать теперь не могу. Это печально. Так, давай, короче, это. В принципе, нам тут не страшно. Но все-таки. Все-таки мы что-то делаем неправильно. Надо было это делать по-другому. Я вам серьезно, я вам авторитетно заявляю. Мы что-то делаем неправильно. Смотри. Оба в нос. Так, ты... Ох ты ж, ё-моё. Я думал, она раньше меня вырубится. А вот это плохо. Это отвратительно. Че-то нам не прет с акулами. Нам под водой вообще не прет. В общем, план так себе. Нам нужно искать кого-то, акулу помощнее. Чтобы мы могли ее просто дракончиком сверху дыхнуть на нее. Так, вот это надо взять все. И быстрее. Да дракон, твою мать, ты зачем так делаешь? Ты зачем всплываешь-то? Ну конечно, давай вот сейчас с акулой перегонки до дракона. Ты чё, блин, у меня поплавок или дракон, ты уж определись. Так, хорошо, давайте оденемся обратно. А, вот это оденем, это оденем, это оденем. А, да, именно это. Короче, да нафиг эти ласты, я так буду плавать. Так, ладно, ищем какую-нибудь, короче, акулу надо что-то помощнее. 90 левел, понятное дело, что она там помрет у нас сразу. Давай вот так, от первого лица. От первого лица я в маске, я вижу гораздо прикольнее. Смотри, да, классный как.
маска реально классная. А так нихрена не видно. А так ее видно. А так нихрена. А так все. Ладно, полетели искать новую акулу. Вот она сама нашла. Так, давай вот это вот. Смотри, нормально. Короче, мы кого-то вырубили. Сейчас посмотрим, остальных повырубаем тоже. И смотри, сколько тут налетело, да? Так, все спят. Все спят? Все спят. А, попутно я там дудошку нашел одну. Давайте вот сейчас вот попробуем вот эту акулу. А, черт, задыхаюсь же, у меня же кислорода нету. Так, всплываем, 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 всплываем. Взлетаем, взлетаем, взлетаем. Нормально, подышали. Вот эту манту надо схавать. Они нам покоя не дадут. Так, ладно, пускай он плавает. Так, значит, берем мне где Дудо. Отлично, есть что-то? Наркотики, что у меня есть? Он сейчас плывет, у меня собака опять. Ладно, нам главное акулу. Так, ой, у него голод полный. Делаем так. Отлично. Встала акула наша. Только у меня на нее, конечно же, седла нет. Да и ладно. Сейчас мы все сделаем. Мне все равно нужен акваланг. И уже с акваланга мы, соответственно, поплывем, полетим. Давайте-ка мы сюда ее припаркуем пока. И посмотрим, кто-то у нас есть под водой. По-нормальному поплаваем. Может быть, кого-нибудь даже притамим. А где акула? Акула. Ты давай как-то плыви или что? А, вот. То есть тебе на атаку прям. Прям плыть с тобой надо. Что, ладно, акула у нас тут. Ты чё тут ходишь, да, ноги за пятки кусаешь? Что, ладно, полетел я тогда за всем барахлом и пойдем на погружение. Все, теперь я готов полностью. Значит, этого мы паркуем тут. У меня есть седло на мегалодона. У меня, так, ну там барахло немножко скинул. Эссенции всякие и так далее. Так, дракон, у тебя сколько КП? Тебя 11 миллионов. Знаешь что, давай мы вот этого заварим, потому что я немножко боюсь, что это не альфач. Он большой. Блин, скрылся. Я просто боюсь, что вот этот вот нападет так вот и начнет докапываться, блин. А у меня дракон-то на пассиве или на чем там стоит. Его в итоге съедят. А мне оно зачем надо? Оно мне надо. Оно мне совершенно не надо. Давай мы тут съедим. Оперативно. Сколько по этому? Акула, блин, приплыла моя. Отлично. Так, акула, ты подожди, пока не буянь. Я хотел посмотреть, у меня такое ощущение, что вот это вот альфач, нет? Он слишком какой-то здоровый, по-моему. Точно! Давай второго альфача. Поймаем. Нам какая нахрен разница? Так, ловить будем также на живца. То есть на меня. Ну-ка, подожди-ка. Так, давай для начала. Блин, я броню туда положу, ну ладно. Так, ладно, в принципе, нам не страшно, я думаю. Куда ты побежал? Давай, иди сюда, иди сюда. Высоко. Давай вот так пробуем. Есть контакт. Бежит собака такая. На тебе еще в морду. Да как так не проходит-то? Во, прошло. Сейчас мы, смотрим, сейчас, короче, второго альфача поймаем. Слушай, ничего себе. Он что-то вообще фартануло конкретно. Он, правда, маленький, ну какая разница, это ж альфач. Стой. Спи. Падай. Пожалуйста, усни. Радость моя. Во, отлично. Так, а теперь самое главное его обезопасить. А, так вот. Я это к чему? Я это к тому, что вот смотри. Вот. Вот теперь можно что-то делать. Ничего тут навоняло-то. То, что у меня акулу уже кто-то бьет. Давай быстренько оперативника альфача нашего поднимем. Так, альфач. Чё у тебя по голоду? Это вообще голодный, как не знаю кто. Давай, короче, дудушку возьмем одну. И вроде еще были, да? Блин, мегалодони остались, ну ладно. В принципе, с дудо тут проблем нету. Давай, вставай! Ну реально, смотри, альфач-то какой. Ты вставать будешь, нет? А если так? Слышь? В глаза мне смотри. Ты что не ешь-то, а?
сыты, что ли? То есть они закормлены или что? Где ж давай? Не, ну хрен на тебя, она как бы тебе вот. Я ж не жадный. Он, короче, не ест, он слишком гордый. Так, ну, пока пробежимся. О, встал, отлично. Вот, другое дело. Так, альфач. Альфач. Альфач, куда бы тебя запихать так, чтобы тебя никто не съел? О, ничего себе. Вот это ты хорош. Вот это ты молодец, залетел. Так, давай посмотрим, что там у тебя по хп. Чтобы тебя вкачать сразу. А, по хп, ну, в целом что-то есть. Слушай, ага, не ест он кибу золотые. Странно. Так, давай мы его так вот немножко вкачаем. Ой, там, смотри, кто-то едят. Так, давай мы, знаешь, как сделаем? Мы на вот тебе вот так вот. Мы сейчас тебе вкачаем хп. Ой, ё, левелов-то. Просто чтобы его сейчас не съели. Давай мы его сейчас вкачаем. Это сколько получается? Ой, ё, всего миллион, да? 2,5 миллиона мы ему сделаем. Просто раз драконы шарятся. Хрен его знает. Так, вкачаем дамаг. Но остальное ему, в принципе, сильно не надо. Может быть, скорость немножко вкачать можно. Хотя он альфач, ему скорость-то не нужна. Он довольно быстро бегает. Давай еще вот одну. Все, остальное в дамаг, да, давайте в дамаг. Это кто у нас? Это у нас самец. Там, по-моему, тоже дабл самец. Ну ладно, их, в принципе, скрещивать, я думаю, мы, наверное, не будем, даже если там самец самка. Левел слишком маленький тут. Так, еще съешь. Все, так, дамаг. И нам нужно к Мегалодону уже идти. Все, он на максимум левеле у нас. Так, значит, смотри, стоишь на пассиве, никуда не уходишь. Стоишь тут. Так, а я сейчас, подожди, я вот сейчас вот тут. Кого они там едят тут? Там прям заржались кого-то. Кентозавра они ели. Да, молодцы. Долго бы это пришлось. Так, хорошо, а где у меня Мегалодон? Мегалодон у меня, вот он мой. А, давай вот припаркуемся потом. Я уже мог наконец. Так, ну знаешь, что сделаем? Сейчас вот так вот сделаем. 5 штучек возьмем с собой. Возможно, он нам пригодится. Так, Мегалодон, вот, все, он нас ждет уже. Нам нужно вообще смотаться, посмотреть, что под водой есть еще такого интересного. Можно кого-нибудь притомить даже. Мегалодон. На. Простое, ну какое есть. Так, давайте сначала вот так вот сделаем, потом скорость. Блин, так-то знаешь что? Так, тебе надо было тебя вкачать, блин. А у меня, наверное, не осталось там больше. Я все, что было, по-моему, дракона другого перекинул. Ну давайте посмотрим, если я сейчас не смогу его вкачать. То плохо. А ладно, сейчас так вкачаем. Ладно, поплыли. Нас уже он реально давно заждался. В принципе, левел у него довольно неплохой, он почти топчик. Во. Да. Давай вот их сидим, пока они спят, нахрен. Но он БД, чтобы вырубать, насколько я знаю, должен. Он же меня там вырубил. Значит, тут можно вырубать. Сейчас кого-нибудь съедим мы. Ну, я надеюсь. Слушай, давай как-то пошути. А, подожди, давай мы тебе левел скачаем. Дамага немножечко. Ты хоть покусаться сможешь. Да, ребят, короче, Мегалодон это такая вообще шляпа. Да, он вырубается, кстати говоря. Он такой слабенький, он по 1000 бьет всего-навсего, он кое-как убивает вообще. Смотри, он эту вот акулу догрызть не может уже сколько, она в отключке лежит, она уже, наверное, сама говорит. Да давай я уже сама, я уже от старости помру, пока ты меня съешь. И это всего-навсего 540 была. Короче, ему надо дамаг вкачивать. Сначала дамаг, потом все остальное. На первое время ему на хп хватит. Так, хорошо. Сейчас давай тут съедим. Не, давай, короче, нафига нам так заморачиваться. Когда мы тут, можем сразу 2х. Вот, смотри, 400-го съели сразу. Так, вот этого давай съедим. В целом-то дамаг идет, неплохо, но как-то он... Вроде неплохо, но как-то плохо. Они реально дохлые. Ё-моё, я в шоке, ладно. Поплыли сейчас, я маленько его подкачаю, посмотрю, что он на дне есть. Блин, какой нарвался. Вот он. Альфач. Подожди, альфач. Так альфач меня съест? Подожди, нет. Давай мы, знаешь, как сделаем? Давай мы вот это сначала все выкинем отсюда. Вкачаем хп, вкачаем дамаг. Что альфач меня реально может съесть. Давайте попробуем его вырубить. Это кто у нас? Это же, как он, мазозавр? Нет, не мазозавр. Как же его зовут? Я забываю вечно. Эй, ладно. Сейчас, короче, попробуем его вырубить.
Это вот, я не знаю, только Prime Alpha или просто Alpha. Это Alpha, Prime Alpha, блин. Плезиозавр его называется. А вот это вот уже простой. Так, ну давайте пробуем, значит, если мы сейчас альфача завалим, это будет отлично просто. Тебя посмотрим. Так, блин, да это вообще просто мясо, мясо происходит. Чё одного съели? Нет, мы его не съели, мы его вырубили. Так-то, так-то давай отплывем, я его, может, приручу. Блин, альфач, ты откуда вообще взялся, да? А, черт, я его съел, да? Я съел? Нет, я его не съел. Я его съел сейчас, ну да ладно. Я думаю, мы его и найдем. У нас сейчас с альфой нужно разобраться. Альфа, смотри, какая вредная, вредная. Смотри-ка, ну-ка. От левелов должно было уже и пономатику подняться. Давай, дамагом. Да ёшкин, ты, вот, вы откуда взялись-то все, а? Короче, смотри, в принципе, он на ура. Этот мегалодон вырубает всех, кого не лень. Так что довольно удачное приобретение, я вам скажу. И довольно место неплохое. Как минимум тут есть с кем подраться, и оно более-менее такое адекватное. А не как вот эти вот, блин, были у нас спруты, которые просто боговали нас и все. Слушай, давай вот мы просто вот так вот встанем, а? И вот по тебе дамаг идет? Тебе дамаг идет. Я просто за тобой кружиться меня надоело, серьезно. Короче, ребята, тут хоть надолго. Сколько у Альфа Прайма хп, как считаете? Это, конечно, надолго. Он уже краснеет, собака. Я уже минут 7 с ним вот так кружусь. Просто вот так кружусь. Я уже перебил попутно тут несколько мегалодонов, еще кого-то. Качал левелов 5 или 7 себе. Вот за счет этих мегалодонов, которые приплывали. И это капец какой-то. Давай уже, ну ты помирай, а... Наконец-то! Ой, сволочь такая. Как я заколебался уже долбить. Так, а что у нас... Что с него выпало вообще? С него выпала всякая шляпа, но это как бы ладно. С него выпало, смотри, сколько левелов. Короче, нам нужен дамаг. ХП нам, в принципе, хватает. Нам не хватает дамага. Так, давайте поплывем. Смотри, тут какие-то пещерки есть. Нам по-нормальному. Это сегодня просто такая небольшая экскурсия. Нужна. И заодно посмотреть, где... Ну, иди сюда. Вот и все. И посмотреть, где вот эти костяные живут. Потому что я на карте Рагнарок, честно говоря, довольно смутно представляю, где тут может быть глубина. Ну, кроме того места, где мы. Поэтому я вот сейчас хочу просто поплавать и посмотреть вообще, что тут происходит. Ой, я могу поесть, покататься в воде. Я сижу, делаюсь. Так, давай-ка мы тебе еще вкачаем дамага. Смотри, не, ну классно, да, согласись. Вообще шикарно видно. Просто шикарно видно вот в этой маске. Так, ну смотри, нам нужно вот этих поубирать. Я хочу базилозавра. Так, отлично. Один есть. Я вот хочу их почистить немножечко и попробовать базилозавра. Его, по-моему, надо просто кормить с руки, насколько помню. И все. Обычным мясом. Сейчас расчистим, расчистим, проверим эту теорию. Я просто давно их не томил. И последний раз, по-моему, мы именно так и томили. Честно, забыл уже. А между тем... Вот собака убежал. А куда он убежал? Не, ну он не мог далеко-то уйти. Ну как так? Прикинь, базилозавр, сволочь, убежал. Либо мы его съели, случайно не заметив, либо он реально убежал. Ну вот кто так делает, а? Ну, вот... А, вот он. Блин, это другой уже. Нам, короче, вот эти вот манты не нужны. Вообще ни разу. Вот сейчас смотри, опять убежит. Вот скажу, когда они вот так толпочком все приплывают. Потом толпочком все вырубаются, я спокойненько их съедаю. Так вот, я к чему? Стоп, он только что был здесь. Куда он был? Где он? Только что я его увидел. Он не мог исчезнуть. Вон он. Так, значит, смотри, мы что делаем? Какой левел там? Ну, чисто поржать. 270. Давайте проверим. Сейчас мы просто проверим. Вот мяско у меня есть. Давай, наверное, половину возьму. А, у меня и так было. Вот так мы сделаем. Да чего докопались до меня? Не видите, я за базилозавром охочусь. Так. На. Да, хорош. Хорош, хорош. Так.
ты голодный, нет? Когда проголодаешься, друг? Ну вообще сытый. Черт. Короче, буду плавать на акуле, иди туда. Это, дельфинчики, отстаньте, пожалуйста. Так, базилозавр, ну-ка давай. Ты еще не проголодался, ё-моё. Как бы тебе, блин, может кибл попробовать золотую дать, как думаете? Британец, если я ему кибл золотую дам. Так, давайте быстренько прокачаем левел. Ай, кусается хоть на жопу. Опять вы! Это подводная братва, я говорю. Куда бы я ни поплыл, везде они. А вот эти вот, блин, стукачи, они меня спалили, короче, дельфины. Они неспроста тут терлись. Не палили и ждали. Ну, давай проверим. Прокатит, не прокатит. Блин, да он не проголодался еще. Как так? А черт, акула, 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 акула. Сейчас мою укусит, и она у моей уплывет куда-нибудь. Еще базилозавр съест. Вот, нормально все. Смотри, какая симпатяга, а? Да как, когда ты проголодаешься, а ты мне скажи, пожалуйста, базилозавр. И чё так долго? Он точно, он первый раз, когда его кормишь, он долго голодает. А потом довольно быстро. Ну что ж, давайте попробуем подождать и притомить базилозавра кибом толпы. В общем, ребят, бросаю эту совершенно бесперспективную затею. Я реально уже жду, ну, 20 с чем-то минут, то есть она то ли забаговалась, то ли я не знаю что, но она не голодает, я не знаю почему. В общем, ладно, нам, в принципе, базилозавр был до лампочки, я хочу именно притомить вот эту костяную акулу эту, а там посмотреть уже, добраться до, скажите мне, я скажу, который шляпник у нас. Вот, давайте мы, наверное, на сегодня тогда закончим. Все ссылки будут в описании под видео, если вам понравилось или вы знаете какие-то секреты подводной ловли, потому что я под водой не был вообще ни разу. То есть, по сути, первый раз, когда мы были под водой, это мы были в тот раз с вами, когда мы все забаговались всем. На драконе, когда плавали. В общем, это, по сути, был единственный раз, когда я был под водой. Так вот, если вам есть что посоветовать, что сказать, что тут под водой делать, жду ваших комментариев. Если все остальное понравилось, давайте поставить большой палец вверх, поделиться с друзьями, прокомментировать. Ну, в принципе, все, что душе угодно. Ох ты. БДС. А, ну так это так, это мелочь. Я думал, там кого-то такого мы убили, крутого, а это так. Щукулка маленькая. О, 600. Ох ты, блин, хороший был 600. Давай мы, короче, сюда припаркуем нашего. Кто там кусается? Слышь? Стопы. Нормально. Вот. В общем, на этом все. Все ссылки в описании под видео. Всем удачи, всем пока.